Всем добрый вечер. Так, все. Фу. Хотела вам видео поснимать про кастрюли, новая коллекция, но я вообще, честно, даже из головы забыла, и поэтому второй день мукбанка. Ну а что делать? Пришла с работы, кушать хочется. Так что с вами заодно и поужинаем. Павел готовил картоху, жарил. И салат. Это я сейчас уже порезала. Зелень нарвала, которая с огорода. И вот эти помидоры сливовидные. Так. Духота на улице вообще неимоверная. Пашка уже на оливковом жарит. Короче, он не смог вот эту крышку открутить. И вот здесь вот продырявил. Так что мы так поливаем. Масло не горчит, классное. Девчонки, вообще классно. Кто меня спрашивал? Ольга спрашивала. Салат нормально. Не горчит же нормально? Не. Ну вот. А Пашка, он не любит, когда горчит. А это вот здоровское все. Ну оно бывает какой-то, наверное, вид сорта или там урожай, или как. Да. Так что всем приятного аппетита. И мне тоже. Так что хотела видео с кастрюлями поснимать, новую коллекцию, не получилось. Сегодня что-то пятница, как белка в колесе. Туда-сюда вообще. Народ шел. Все на дачу торопятся. Кстати, моя подписчица мне сегодня подсказала, что у нас свиной язык на минуточку. На акции 50% 250 рублей получилось за килограмм. Естественно, я не могла пройти мимо. Взяла килограммчик. Надо посмотреть, какие рецепты. Оно свежее, все прям хорошо. Она говорит, вы что, у вас такой там деликатес. Мне девчонки в мешочек все взвешили. Ну, я попросила. Вот. Надо рецепт. Заливное, да, Паша, сделаем? Заливное с языка. Какие рецепты вообще с языка? Надо посмотреть. Так что он свободно на витрине лежит. Приходите за покупками к нам на Павловского, 11А. В Нику. Я вот вам и вещаю про всякие скидки. Сегодня мне писали, типа, скидки — это такой заманчивый развод денег. Типа, если по списку составлять, можно сэкономить. Я, девчонки, раньше тоже по списку. Я раньше отоваривались в ленте, мы покупали, делали закупки. Но в ленте сейчас, допустим, то, что по списку идти, ну, прям на многие товары хорошая, прям наценка хорошая, ну, дороговато. Конечно, основное, что берем? Мясо, допустим, да, что-то там, крупы, лапша, там, макароны, все такое. А потом ты, естественно, что-то докупаешь. Вроде на акции и того охота, и там скидочка, и там скидочка. Но согласитесь, у нас в Магните, вот какие я вам показываю, скидки прям хорошие. Да, в ленте тоже попадаются очень хорошие скидки тогда. И на приправы, вот эти, как они, катани, да. Кстати, я ее вскрыла, стеклянную бутылку, и сюда насыпала. Потому что, ну, допустим, мне здесь вот так проще электрическое, чем, ну, как крутить мельницы. Вот. Тем более я в Магните работаю сейчас, да, я как-то вот больше знаю, да, там дешевле. Понятно, что на какие-то товары есть специально замануха,
Ну, я как бы это уже всю кухню знаю, и я не все подряд беру, и хватает то, что на акции. Так что как-то так. Вчера у меня была фраза, как-то без скидки не выжить, девчонки ржут, блин, как что скажу. Правда, если покупать по полным ценам, вот чек вот такой, вот такая сумма вылезет. Если я знаю, что он столько не стоит, я даже не хочу переплачивать, честно. Потому что если работаю в торговле, в этой кухне, я уже по ценам все равно ориентируюсь и знаю. Завтра на дачу едем. С утра сходим в магазин, что-нибудь там, ну, короче, прикупим. Зазвонимся, что чё к чему там. Едем с ночевкой. Что-то забилось, что ли? А, ну все. А то сильно что-то мельчит. Так, у нас дома даже кофе закончилось. Что-то не взяла. Бегала, бегала все, и забыла взять кофе. Придется чай пить. Паша, у нас кофе все закончилось. Зараза, и в ленте нет купонов. Перекур на чай, да? Завтра, мам, погода хорошая? Ну, должна. А чё, ты едешь с нами? Я поеду после вас. Я проснусь и потом поеду. Ну, мне же нужно как-то одеться нормально, что ли. Понятно. Потому что если вы меня поднимете, я буду сонная, а это никому не надо, плохое настроение. Ну, чем плохое настроение? Ну, если вы меня разбудите, папа, мы тебя разбудим. Понятно, ладно, все иди. Да сейчас спрашиваю. Пашка говорит, она сегодня в 4 часу дня выспалась, это встала. И что, на дачу на ночь глядя ехать, если ты все равно вечером домой едешь? Я говорю, если ты приедешь в 4, в 5, то я говорю, лучше тогда уже дома. На час, на два, что ли? Приезжать. Тем более с ночевкой не собралась она на даче. Мы-то по-любому с ночевкой. Наелась, наелась, прям вкусненько все. Ой, не знаю, что еще, девчонки, всем рассказать завтра. Короче, мне надо кое-что меню составить, что завтра купить. Вот, так что посмотрим, если будет все нормально, может быть, даже в эфир выйдем. Вот. Ну, выйти в эфир только через YouTube получится. Вот. Так что, мои хорошие, всех люблю, целую. Все, до завтра. Вот. Все. Всем пока.